С 1 октября тверичан, как и всех жителей России, ждут очередные изменения. Вступают в силу новые правила для выдачи кредитов. Кроме того, меняются заработные платы и пенсии. Обо всем, что важно знать, расскажем прямо сейчас. С 1 октября банки перейдут на новую систему выдачи кредита. Теперь будет учитываться долговая нагрузка потенциального заемщика, соотношение между действующими обязательствами и совокупным доходом клиента. Если эта цифра окажется равной 50% и более, то в предоставлении кредита будет отказано. Еще одно изменение, которое коснется россиян, с октября у сотрудников кинотеатров появится право спрашивать паспорт у посетителей. Это нужно на случай, если контролер засомневается в том, что зритель подходит под возрастную категорию. То же самое касается и книжных магазинов, и ларьков с прессой. Октябрь принесет и приятные новости для бюджетников. Их зарплата вырастет на 4,3%. На повышение могут рассчитывать технические сотрудники госучреждений, нянечки в детских садах, социальные психологи в реабилитационных учреждениях, кадровики и другие. Всего свыше 2 миллионов человек. Финансовые изменения почувствуют и военные пенсионеры. Их выплаты будут проиндексированы на более чем 6%. Таким образом, средний размер пенсии достигнет 26 тысяч рублей. С 1 октября меняются правила оформления ДТП по Европротоколу. Причинение вреда транспортного средства с ОСАГО без разногласий с другим участником аварии можно зафиксировать самостоятельно. Для этого водителям придется использовать мобильное приложение или устройство ГЛОНАСС. Также увеличится размер максимальной выплаты на ремонт по Европротоколу до 4 тысяч рублей.